редиска – французский завтрак. Раннеспелый высокоурожайный сорт для открытой почвы. Вегетационный период – 22-27 дней. Дружно формирует урожай. Стойкий к стрелкованию. Корнеплод овальный, на 1/3 выступает из почвы. Мякоть белая, плотная, сочная, слабоострая, долго не дряхлеет. Культура хладоустойчивая, привередливая к влаге и легким плодородным почвам. Семена прорастают при температуре 2-4 градуса.